У нашего города богаты ярмарочные традиции. Еще в 18-м, начале 19 века ежегодно проводилась международная ярмарка. Именно здесь проходил Великий Чайный Путь. И в этом году Звенигудинская ярмарка намерена продолжать и развивать знаменитые традиции купцов России и Сибири. Мы приглашаем на нашу ярмарку наших белорусских партнеров. Вот буквально на этой площади будет открыт Славянский базар. Из Белоруссии приедут около 25 торговых наших партнеров, привезут текстиль, обувь, кондитерские изделия, пищевую продукцию. Хотели бы, чтобы наши предприниматели и торговцы представили свою продукцию, продемонстрировали ее, показали новинки. Ярмарка состоится 12 июня на площадках торгового комплекса «Фортуна Трейд». Помимо ярмарки, гостей ждет развлекательная программа. Зрителям покажут народные славянские игры и забавы, традиционные событийные обряды и концерт.